У свой час такие дамы будовали, как хочей вырашить жилевую проблему, але оказалось, что жить у них можно с комфортами зараз, особливо, коли заработать сучасный ремонт. Менавито ремонт и стал той темой, якую в опошний час обмярковывают все жихары дома номер 14 по улице Урицкого. Некогда этот будинок належал белорусской чигунце. У 2000-м его передали на баланс города. Ситуация ускладняется тем, что квартиры тут коммунальные, с огульными кухнями, коридорами и санвузлами. Коли у своих покоях некий порядок жихары еще подтримывают, то место огульного користания часом покидают ждать лепшего. У 2006-м был распрацеванный проект, после чего на Урицкого 14 провели ремонтные работы, але кардинально проблемы яны не вырешили. В период 2006-2008 года выполнялись работы по капитальному ремонту инженерных сетей. Первым этапом были выполнены работы по замене инженерных сетей подвала, устройству узлов водомерного, теплового, электрощитовой. Вторым этапом выполнялись работы по замене инженерных сетей по самому жилому дому. Работы по ремонту дома не задоволили жихаров. С ответными скаргами и они вернулись у некоторых инстанций. У сектора по работе со зворотами громадян администрация Новобельского района Гомеля кажут, что ответные документы сюда поступали так само. Проблема у тем, что именно у этом районе города великая колькость старого жилья. На проведение его у парадок необходимы вельми значные сродки. Весь фонд Новобельского района самый старый в городе Гомеле. И многие, более 80% дома именно старые, которые требуют ремонта как капитального, так и текущего. Подчас приезда журналистов жихары дома демонстрируют сотни сторонок переписок с разными инстанциями. Нельзя сказать, что на звороты не было никакой реакции, але на думку жихаров принятые меры недостатковые, а в некоторых выпадках увогуле формальные. Сегодня выражать узнятое питание еще больше складано в связи с тем, что у шергу покою уже никто не живе. С этими помешканиями так само необходимо нечто робить. Сами жихары дома пропонуют свой вариант вырешения проблемы – предоставление им социального жилья. Если им предложат альтернативу, достойную жизнь, ну и что, что они будут платить? Это же не арендное жилье, которое 2 миллиона, а социальное, где ты просто живешь, ну просто ты не будешь иметь права наследования. Кончаткового вырешения питания жихары дома номер 14 по улице Урицкого мают намер добиваться обовязково. У гомельским гарвыканкаме с такой позиции погоджаются и готовы это помогчи. Хутчэй за ўсё, сустрэча с абмеркаваннем усіх проблем жыхароў дома отбудется уже на наступном тыдні. В городе знает данный вопрос. Для решения сложившейся ситуации с участием заинтересованных лиц мы приглашаем граждан и в ближайшее время мы найдем приемлемое решение в данном вопросе. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».